Андрей, добро пожаловать в Уфу снова. Как впечатления, эмоции, настроение? Спасибо. Да, все нормально. Долгая дорога, правда, была от Москвы, но так все нормально. Потихонечку вхожу в трудовые будни. Как оценить сейчас свою форму в тренировке с командой? Как по ощущениям? Форма старая, с того сезона. Да, ну не знаю, но сейчас предсезонка, оно же такое время, знаете. Я не знаю, чтобы люди подготовленные приходили в июле. Конечно, все готовятся индивидуально, но все равно с командой это другие вещи. В принципе, нормальное функциональное состояние, осталось только что-то подработать, наработать, нормально будет. С тех пор, как с команды уходили, вот вернулись, я думаю, много поменялось, но что-то же осталось, кого-то, с кем-то снова увиделись? Да много, конечно, ребята. Ребята. Город также стоит, все, дворец там же, кормят так же хорошо. Слушайте, ну много, конечно, ребят осталось персонала, но из игроков, наверное, только Харти остался с того времени, в принципе. Ну и так, ребята, тут молодые, кого-то я до этого пока просто знаю, что команду знаю, с некоторыми начинаем познакомиться. Как-то уже с главным тренером общались, с тренерским штабом, о роли в команде, о том, как вас видят, или еще не было таких предметных разговоров? Нет, чисто познакомились, даже по телефону до этого поговорили перед приездом в Уфу. Пару вещей буквально, что как, какую... В принципе, я спросил, знаете ли мою игру, как она, сказали, как принц команда играет, что конкретно делать, что будет от меня требоваться. И все, в принципе, для командных действий, для командной игры.